последнюю песню я для вас исполню. Это из моего творчества. Небольшой монолог, достаточно короткий, но для вас. Немножко огня дам. Что сулит мне эта жизнь в своем итоге? Прячу свои мысли в сольном монологе. Рожденный в любви, а не по случайной воле. Не просто так просыпаюсь, выхожу из дома. Не просто так пишу, не просто так ищу. Не просто так ухожу и ничего не прошу. Не сужу, дабы не быть судимым. Все справедливо, чтобы тебе не твердили. Ошибался, залезая в душу к людям. Да простит меня небо и земля, куда меня опустят. Допустим, я кому-то не нравлюсь, но это мой путь и мой поиск счастья. Пытаюсь оправдать веру отца и матери. Их дружбу не заменят никакие приятели. И надо бы остаться в памяти и сделать что-то важное, пока молодой и в глазах огонь, огонь. Спасибо. Спасибо большое. Вот. Это у тебя вторая была ли песня? Ты все три спела. Молодец. Клади микрофон на место. Просто там же пульсами тоже отвлекают. Они ведь и танцуют, и прыгают, и разбегаются. Поэтому их держать надо тоже в ежовых руках.